первой репетиции он пришел в шлепках, я запретил ему ходить в шлепках. Я говорю, это сцена, это святое. Выходишь, целуешь сцену и никаких шлепок. На следующий день пошел покупать носки. Первый раз в жизни покупаю носки, где я не знаю, как это делается. Он в жизни, ну, ребенок такой очень, очень добрый. Большой, добрый ребенок. В этих переулках плутал, и он говорит, я вообще не понимаю, как здесь что располагается. Но находили мы его где-нибудь на Арбате, сидящем между стеклянных витрин, потому что уже идет репетиция. Нельзя подойти к человеку в обход режиссера и делать ему замечания. Он потом приходил, говорит, представляешь, оказывается, говорит, если надо это, у нас не так, типа барабанщику сразу послал. А ему нравилось, что, во-первых, публика на Тодзе такая разношерстная, не только, да, как бы подростки, там солидные люди. И то, что в последнее время горшок. Какой я вам горшок? Я говорю, Миш, ну ты сам работал на горшках. Хотелось, наверное, уже какое-то, может быть, чтобы уважение какое-то было.